Какая у вас фирма, ребята? Кого? Какая у вас фирма? Водоканал у вас? Нет. Какая? При чем тут фирма? Как понять фирму? Ну а что вы пришли сюда? Вы кто такие вообще-то? Мы вообще ЖЭК. А, ЖЭК. По заявке пришли. Вот, по заявке. Вот, значит, здесь снимают сейчас мне спинной бачок. Ребята, ЖЭК. Вон, иди с мастером, короче, разбирайся. Давайте, ребята. А что за компания вообще? Предоставьте, пожалуйста, такой документ ваш. Мы что, идем унитаз менять, стоять? Ну, вы же это компания или вы откуда-то? Может, вы мошенники? Я же не знаю вас. Конечно, покажите документ. Мошенники. Покажи документ. Вам что показать? Свои документы. Ну, какие свои документы? Паспорт, что вы хотите? Почему? Водительское удостоверение, что вы хотите? Ну, удостоверение свое рабочее. Ну. У вас же есть? Какое свое удостоверение рабочее? Ну, кто вы такие вообще? С управляющей компанией. Какой? У вас есть документ? Нету. А какой мы должны с собой носить документ? Вы мне объясните. Ну, я сейчас буду звонить. Ну, ты, значит, подавайте на него в суд, и вы смело выиграете. Составьте сейчас. Я сейчас фотографирую. Я смотрю, Да кого, кого вызвали? Это кто за компания? Какая? Какая? Наша управляющая. Как у нее? Ну, есть ЖКХ, например, да? Ачинстрой, да? Есть энергострой. Это кто? Это кто вообще, ребята? Так они не... Ну, вообще, это наша компания. Ну, пускай представятся. 13.10.21 год приходила неизвестная управляющая компания, которая хотела сделать мне демонтаж туалета. Вот. То есть, снять хотели бачок. Вот там они уже все разрушили. Посмотрите. Вот. Но ставить обратно его не хотели. Потому что им нужно было заплатить денег, которых у меня пока нет. Вот. Я их попросил о том, чтобы они мне его обратно поставили, потому что вот я сам не могу его поставить, у меня болит спина. Вот, тем более я их не просил ко мне заходить. Они сами пришли. Вот, что-то тут хотели менять, не знаю что, конечно. Вот. Какую-то трубу. И то не факт, что она идет у меня, эта труба. Вот. На что я им сказал, что если вы делаете, ради бога, делайте, но поставьте на место все, к положено. Вот. Они отказались и составили акт. Вот. Я у них попросил документы, хотел узнать, что за компания. Они мне не представились, документы тоже мне не дали. Вот. Ну, отключили воду. Вот, сейчас продемонстрирую. Все, воды нет, ни горячей, ни холодной.